Всем привет! Вы думали, как сделать примерно, ну, ферму ламинария, типа, ну, довольно хороший источник как еды, так и для блоков. Итак, все, что вам нужно, это лопата и хотя бы одно ведро воды. У меня два. Вам надо построить что-то типа вот этого. Вот у меня тут даже выросло еще немного. Вот что именно вам надо делать. Вы можете даже это в реке делать, к примеру. Итак, вам надо найти место, где вы будете делать эту ферму. Ну, у меня будет возле портала. О, вот тут вот. И выкапываем яму любую. Можете 5 на 5, можете целый чанг, можете вообще один бок и любую глубину, но важно, чтобы она была либо 2 блока, либо больше. Я кирку не взял, но да, можно и так делать. Вот, теперь выливаем сюда воду так, чтобы она была повсюду. Вот. Сюда. Блин. Ну, короче, вы поняли, вот как-то так. И теперь на самый низ вы садите ламинарий. Вот так вот, вот таким вот образом. И ждете, пока он вырастет, и собираете. Как я говорил, вы можете любую глубину, любую, ну, там, ширину, высоту, все такое. Я решил сделать такую вот простенькую. Можно даже вот так вот сделать, если вы хотите. Или, к примеру, включить. Не, вот. И целый чанг сделать. Она довольно простенько делается. Поэтому вам не составит труда ее сделать. А его минарий, кстати, очень быстро растет. Если вы не знали. Не знаю, понадобится ли вам эта ферма. Но лично для меня она нужна. Я за зачем, но пусть будет. Вот так вот как-то. Ну, типа, вы поняли. Ну, я решил сделать эту туториал, потому что я вот недавно вот отсюда вот добывал ламинарий, и потом его собирать довольно долго, хотя тут довольно много растет ламинария. Да и если вы, как я, в хардкоре, то это рискованно. Поэтому да. Надеюсь, это видео вам с чем-то понадобится. Кстати, версия, в которой вы можете делать эту ферму, это 1.13, либо выше. Потому что, ну, на 1.13 был добавлен ламинарий. По-моему, это будет работать как и на Bedrock, как и на Java. Ну, пока.